Всем доброе утро и хорошего дня. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас необычный день. Сегодня у нас именинник есть. Сегодня нашему маленькому 15 лет. Вот. Детки растут, взрослеют, мы стареем. Речи, что такое? Что такое? Вот, сегодня у нас 5 апреля, это видео выйдет 7-го, четверг, потому что сегодня вторник, вышло уже другое видео, а это видео выйдет 7 числа. Вот. Сегодня у нас 5 апреля, Давиду 15 лет, завтра у нас 6 апреля, нам, Сашей, 26 лет совместной жизни, годовщина наша, день свадьбы, да. Вот. Вот такой у нас подарок был на наш день свадьбы. На нашу свадьбу. Ну, мы хотим сегодня посидеть, сделать обед. Приедет сынок с невесткой. Родители приедут. В общем, пообедаем. Давид со школы придет. Что я хочу сегодня приготовить? Я хочу сегодня приготовить плов. Сейчас я покажу. Вот, хочу приготовить плов с баранинки. Вот такой вот я рис покупаю, уже, наверное, говорила, в турецком для плова. И в духовке запечь вот такие вот каннеллони. Но это не каннеллони, это поменьше, с фарша. Вот такой будет у меня обед. Ну и, конечно же, тортик. Ну и, конечно же, тортик. Речи ходит тут по пятам. Думает, я сажусь кушать. Нет, Ричи, я еще не кушаю. Сейчас будем завтракать. Проводим Давида в школу. И буду садиться завтракать. А потом приступать к готовке обеда. Так что, ладно. По мере поступления буду записывать. Так, это тебе на завтрак. Булочка и банан. Положи себе в рюкзачок. Мальчик, смотри, какой ты высокий. Мне уже камеру надо поднимать вверх вот так вот. Именинник сегодня. У тебя день рождения, да? Угу. Так. Папа именинника, что скажете? Кому? Мне. Что скажете? Я так рад, сынок родился у меня сегодня. Так рад. Поздравляю вас с таким сыночком. Только большой родился сразу. Когда он маленький, я так сейчас 20 кило. Бэби. А у меня шнули где-то есть еще соска. Где свет соска, кстати? Это же соска, две даже лежат. Ну, на память оставили две соски. Одну ему даю. Сегодня у нас на завтрак Саши будет кашка. А у меня, как всегда, творог, йогурт и ягодки. Всем приятного аппетита. Скажи, приятного аппетита. Уже почти готово первое блюдо. Ушло у меня сюда 0,5 килограмма фарша, и еще остались макарошки такие вот. Мне кажется, это упаковка на килограмм фарша. Так, сейчас приготовлю соус, солью это все соусом, поставлю в духовку, потом так минут за 15 посыплю еще сыром. И будет дальше запекаться. Какой будет вкусный плов с баранинки. Готовлю под чутким руководством Саши. Вот сейчас у меня будет вариться зервак. Там товарищ, он лежит, командует парадом. А я готовлю. Сегодня будет праздник живота. Да, Ричи? Сидим, ждем гостей. Будет праздник живота. Именинник пришел. Пришел.
Садимся обедать. У нас такой вот вкусный обед. Всем приятного аппетита, кто будет кушать вместе с нами. Это папа именинник. Именинника. Ну, Мишель, Алекс здесь в гостях, да? Всем привет, тут папа, сейчас мама придет. Папа звонит. А это мама именинника. Всем в сборе, все. Да, будем кушать. Баба. И баба пришла к нам. Здравствуйте, моя красавица, ты моя красавица. Красотулечка, с днем рождения, с днем рождения. Ой, умничка, 15 лет, ё-моё. Спасибо. Счастья тебе, здоровья. Ты уже большой, так что не буду расти большой. Умный мальчик. Дальше, чтобы у тебя в спорте, чтобы ты, у тебя личная жизнь, все были успехи. Твой аусбильдинг. Ну и что дальше? Давай, Сереча. Okay. Я твой лучший друг. За тебя. С днем рождения, сынок. Папа. 40 минут уже. Давай, папа. Я курс. Давай. Деда скажет. Я курс, у меня есть я. Ну это мой, говорит, а у меня говорит есть. Да, слушай, я буду казать. Ты что здесь внутри? Сок. Сок, сок. Какой? Фруктовый. Вау. Что, можно говорить? Говори, папа, Фёдор, говори. Я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе всех успехов, побольше ломай этих спортсменов там. В общем, как говорится, всех благ. Удачи и везения. Я присоединяюсь. Будет везение, будет и удача, и все будет. Да. Давай. За тебя, здорово, сыночек. Здоровье. Да. А он здоровый у нас. Молодец, он. Молодец, сыночек. Будем дарить? Да. Подарок Давиду. Занесешь сам? Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe David. Zum Geburtstag viel Glück. Так скажи, что это, Алекс? От кого? Von deinen Eltern, von mir und Michelle habe ich hier ein Geschenk gemacht. Auto, ist ein Auto. Modellauto. Ja. Ja. Playmobil. Ja. Und dann noch ein, dann Karton, ich höre, klein, und dann durch. Oh, deine Kraft. Спасибо. Пожалуйста. Играйте на здоровье. Алекс на гитаре, а ты будешь на... Спасибо. Пианино. Теперь нужно собрать. Махма, ты сол. Штур. Комплект,
Нам Ярошенко передавали, пока его документы. Вот, Кирилл у нас стоял пока. Надо. Ну что? Это диско, диско. И погнали. Включили? Жокей будешь у них, или как называется? Будем сейчас пить чай. Мальчики, пойдемте пить чай. На горошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению. Ура! Ну, баба еще не говорила же внуку. Говорила. Как говорила? Да? На ухо. А на телефон? На память? Ну, скажи. Успела снять? Что такое? Смешинку проглотил, да? Да. Не нервируй его. Сейчас он тебя укусит. Он ночью не приходит к тебе? Я дверь закрываю. Да? Дверь закрывает от него. Будем играть в карты. Давай, раздавай. Мы уже выиграли, а эти два мальчика все еще играют. Проигрывают. Что тут, семерка? А Алекс все на пианино играет. Ну так кто из вас выиграет-то? Я. Ты выиграешь. Куда ты, стоп? Я хожу. Я бился. А, ты подкидываешь? Next round. Ну, сунёк и бустак, бите. Он сейчас шестёрки пойдёт. Смотри. Это вот все мои карты, все. О, господи, три карты. На, всё. Я била все. А я все карты била. Как ты била? Вот оп. Так вот, на козырное вот это вот. Забирайте. Как забираете? Это твоя битая карта. Ну да, все. Я вышла. Ну и что, получается у нас тут что-нибудь? Доволен своим подарком? Я. Yeah. Вот Давид давно мечтал о таком инструменте. Его мечта осуществилась. Теперь будем учиться играть все вместе. Меня будешь учить? Будем с тобой вместе заниматься. Mm-hmm. А я уже буду заканчивать свое видео. Попрощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр, за ваши комментарии. Увидимся уже с вами в следующем видео. Всем пока и до новых встреч!